Какие праздники твои самые любимые? Как ты их отмечаешь? День рождения. Мы собираемся. Мне дают все подарки. Потом выключают свет, дают мне торт. Ну, несколько раз. Ну, день рождения. Ну, на все праздники. Почти. Мы готовим салат «Цезарь». Все приходят ко мне на даче, тем более у меня летом отпуск. День рождения. Мы ездим иногда в разные города. День рождения. Ну, приходят аниматоры. Мой день рождения. Я разных героев приглашаю. Когда я задаю вас свечи, так все волнительная вся. Самый любимый праздник – это Новый год, потому что он самый яркий. Наша традиция в Новый год – это всегда приходить к бабушке и праздновать всей семьей и бабушке. На мою, когда мне исполнилось 6 лет, мы отмечали его в кафешке, ко мне приходили друзья. Приводим с гаража елку наряжаем, разговариваем. Я смотрю телевизор и всегда думаю, когда же будет 12. Мы ездим к бабушке, а там опять торт. Вот когда мне исполнилось 5 лет, там они сделали куколку, а куколка досталась мне. Новый год. Ну, мы отмечаем с шашлыком, а еще там сок с гостями. Ну, мы там едим, гуляем, запускаем фейерверки. Играл вместе со своими друзьями, которые я пригласил в игру 12 записок, а потом мы с Сашей играли в футбол. Я его выиграл при счете 32-25. Пасху. Ну, потому что в ту Пасху так было интересно. Мы ехали к бабушкам, доели им дали яички. Мы с мамой это все делали. И главное, у нас есть такой набор. Новый год. Меня папа понимает, чтобы на елку повесить звезду, а потом мы фоткаемся под елкой. Мы ходили на елку, и там мы увидели два зайца и Дед Мороза со Снегурочкой. Пасху. Хожу. Гуляю. Собираем конфеты. А ко мне домой Дед Мороз еще никогда не приходил. У меня Дед Мороз стеснительный немножко. Он только ночью приходит. Я еще никогда не видела. Новый год. Мы хлопушки пускаем фейерверк и еще кушаем торт. Мы ходим на елку. Новый год. Но мы едем к бабушке, а дед Саша ставит большую всегда елку. Но они сидят за столом, а мы с Настей бесимся. Масленица. Мама нам дома плечет блины. И мы потом всей семьей вечером садимся за стол и едим их со сгущенкой. 8 марта. Потому что у меня сразу после него день рождения, у меня 9 марта. 8 марта. Папа мне в тот раз дарил цветы с мамой. Пасха. Мы с папой отмечаем Пасху, едем в Мордовию к моей бабе Лене. И берем корзины, несем. И яйца меняемся в каждом доме. 1 марта – день рождения моего папы. 8 марта – никуда не надо ходить, просто открытку делать.